Приветствую вас на канале RedCat. Я продолжаю играть в пчеловода. Решил даже к Бамблбимену подойти. Может, он тоже дает какие-то задания. Но нет, ничего такого он мне не дал. К сожалению, увы и ах. Ну что ж, ребята, продолжаю выполнять Beer всякие разные задания. И сейчас получаю очередной квест от него. Давайте быстренько подпишемся на мою страничку RedCat YouTube в Инстаграме. Ну а сейчас я хочу отдать Мишке подарок, который мне дали. Так, ну что, он очень доволен. И сейчас он мне даст следующую игрушку для моей уже большой довольно-таки елочки. Ребята, я фармил вообще до 4 часов ночи. Очень хотелось использовать по максимуму буст, который мне дал Onnit на 48 часов. Поэтому записываю видео довольно-таки поздно, где-то уже, наверное, часа 4 ночи. И сейчас, ребят, показываю, как же использовать этот желтый сундук. Смотрите, сначала у нас 3 из 5 слотов мы можем вот так вот нажимать и, соответственно, не использовать некоторые предметы. Теперь заходим в большой, видите, сундук. И здесь теперь вот эти вот предметы мы можем перекинуть в маленький сундучок. То есть сначала мы из желтого перекидываем сюда, либо же удаляем вещи, а потом отсюда перекидываем в желтый. Кстати, шарфики довольно-таки много мне надавали, поэтому я не знаю, куда их уже девать. Ух ты, барабан какой-то 7 уровня, вот это надо обязательно взять. 3% атака, класс. Так, ну это какой-то боевой пчеле обязательно нужно поставить, да. Давайте, нажимаю добавить в мой сундук. Так, смотрим, вот, видите, они добавились. Добавил шарфик, добавил барабанчики, барабаны добавил, шарфик убрал. Ну, в общем, ребята, все работает. Это хорошо. Так, ну ладно. Теперь давайте все-таки это все вернем обратно в мой желтый сундук. И теперь из него дадим пчелу. Так, с большого ящика мы перенесли в маленький желтый ящичек. И сейчас с него я уже могу дать пчелкам. Так. Нажимаем на барабан, к примеру, и нам пока зажимаем. И нам покажут, для каких пчел этот барабан можно использовать. Если не ошибаюсь, если я все правильно запомнил, то барабан как раз для боевых пчелок будем использовать. Так, нажимаем, зажимаем, видите? Только 3 пчелы. Brave, демо пчелка. И там снизу еще кто-то у меня есть. Для этих пчелок, видите, можно вот это использовать, ну и так далее. Короче, ребята, очень удобно. Вам подсвечивается, вы выбираете, на какую пчелку вы хотите использовать тот или иной предмет. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Проверяйте периодически большой сундук. Ну а сейчас я вам показываю Onnit. Уже выполняю последнее задание. Мне нужно было просто забрать печеньку из пряничного домика, и сейчас я отправляюсь к нему. Тут целая у него аппликация, я бы сказал. И сейчас узнаем, что же он мне даст. Вот за такое огромное просто задание. Так, он что-то приготовил особенное. Давайте смотреть. Пчелку. Слушайте, жалко, что никакой пчелки новой не добавили. Так, каждые 8 часов я могу приходить сюда и что-то получать. Я получаю 3 временные пчелы на 30 минут. И также он мне сейчас даст Гидинг Стар. Это прям супер-пупер, на какое-то поле вы можете использовать, и оно покроет этой звездой бустом, и вы будете постоянно там фармить очень быстро, очень хорошо. Так, ну короче, 100 тысяч мне дал, 10 печенек, 5 микро этих, и вот этот вот коктейль супер крутой. Хорошо, давайте тогда узнаем, что еще я получу, когда зайду на елочку. Но вы пока можете поставить лайк под этим видосиком. Итак, да, вот я получил 3 пчелы, одна 1, 2 8 уровня и 3 20 уровня. 3 временные пчелы.
Непонятно, как ими пользоваться, если честно. Они как-то виртуально уже работают, либо же их нужно выбирать вместо тех пчел, которые у меня сейчас есть. Так, ну что ж, ребята, раз я в комнату уже заходил, значит, я могу открыть задание, которое стоит 8 подарков. Кстати, слева вы обратили внимание, как раз звезда вот эта вот по полю каталась, которую мне пообещал Онет. Так, ну что, отправляюсь теперь на 8 подарков, и давайте смотреть, что за 8 подарков дают. Точнее, 8 подарок. Так, ну... подарочки интересные. То есть дают еще одно украшение, билетики, 4 анпаса, 4 глиттерс и 20 билетиков, кстати. Не один, а целых 20 билетиков. Неплохо. Так, ну отлично. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Давайте еще выполним теперь у синей пчелки. И тогда я смогу забрать свой 9-й, последний подарок, который сейчас можно, я так понимаю, забрать. Ух ты, наконец-то, ребята, я активировал машинку, которая будет раскидывать снежинки по всему полю. И все, кто находится, соответственно, на поле, смогут их собирать. Каждые 2 часа я могу запускать такую машину. Классно. Кроме еще того, мне всяких плюшек понадавали, 5 пряничков и так далее. Так, подхожу, зажимаю, и все. Через 2 часа я опять смогу стрелять из этой пушки. Так, ну что, ребята, снежинки, смотрите. Падают снежинки, их очень много, и нужно просто успевать подбирать их. Отлично. Слушайте, ребята, 4 часа ночи, простите за мой голос, он немножко уставший, такой, наверное, не сильно бодрый, но капец, я столько нафармил, ребят, наверное, 10 миллиардов за вечер, за ночь точнее. Мне очень хотелось купить новый слот, я тоже вам покажу, как это происходило, так что смотрите видео до конца. Так, ну что, следующее задание я активировал нашего... мишки. Так, что он дает? О, смотрите, ребят, он добавил мне еще 3 места в моем кейсе. Круто. Это прям классно. И здесь, по-моему, уже не 8, а 10 слотов, если я не ошибаюсь. Вот такое вот украшение у меня. Вау, смотрите. Полезность 5 получается. 4 пчелы могут использовать это. Надо обязательно забрать. Вот этих я смотрю, что у меня довольно-таки уже много. Эльфийских украшений, я думаю, что все равно их у меня столько не будет места все разместить, поэтому давайте что-то закидывать. Кстати, вы обратили внимание, было 6 слотов, теперь у меня уже 8 слотов в моем желтом сундучке. Так, я, наверное, вот этого не сильно хочу, и шарфик я тоже не хочу, поэтому... будет даже что-то выкинуть. Так, ну что ж, давайте смотреть. Вот это кому? Фотона хочу. Кажется, это классная штука. Так. Ну что, одни шарфики остались. Ага, шарфики я уже всем одел. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Короче, ребята, хочу еще поделиться одной новостью. У меня появилась новая гифт пчела, которую у меня не было. Это была Honeybee. Я как раз очень ее хотел. И сейчас у меня еще есть 5 Star Jelly. Я попытаю счастье и на обычных Honeybee сейчас буду выбивать себе пчелки. Посмотрим, может мне попадется еще одна. О, есть, ребята, Exchange Bee. У меня тоже ее не было. Отлично, за целый день, ребята, у меня еще добавилось 2 новых одаренные пчелки, которых не было до этого. Это очень круто. Я очень рад этому. Так, Frostybee у меня еще нету. Ну, и много каких других. Так, ну что, давайте смотреть, что все-таки в 9-м подарочке находится. Вот такие вот колокольчики. 2 ночных колокольчика, 10 энзимов. Так, точнее 30 даже. И 2 пряничка. Ну что ж, ребята, к сожалению, 10-й подарок пока открыть невозможно. Его добавят уже после обновления, то есть
Я думаю, что оно будет в январе уже. И 10, 11, 12 подарок. Только тогда мы сможем открыть. Отправляюсь опять к Бибир. У меня уже новый для него выполненный квестик. И смотрим. Подарочек! Отлично, ребят, подарок мне дал. Спасибо ему за это. Круто. Я, кстати, хочу сейчас кому-то дать подарок. Может, кстати, ему дать? Можно ему дать? Нет, ему подарок нельзя давать. Тогда я отправляюсь к Конету и отдаю ему подарочек. Так, на тебе. Конет, ты классный, давай я тебе подарочек подарю. И за это он мне дает новую игрушку. Так, еще клей дал, джеребин 3. И все, да? Дал там ерунду. Также, ребята, вы можете за снежинки и ваши пряники купить тоже подарок, что я только что сделал. 250 снежинок и 10 пряников. Это немного, так что сейчас я хочу подарок вручить вот этому персонажу пандочке. Держи, пандочка, ни в чем себе не отказывай. Так, он мне тоже разные плюшки надавал, спасибо ему. Он Blue Extract, Unpass, ну и, конечно же, свою игрушку дал. Ну а сейчас, ребята, исторический момент. 45-я пчела у меня появится. За 20 миллиардов меда я покупаю слот. Это капец. Цены, конечно, я даже боюсь представить, сколько там уже. 50 миллиардов надо будет на следующий слот. Ну, наконец-то я ряд смогу закончить. Вот, смотрите, он у меня уже закончен. И у меня уже есть понятие, что там будет за пчелка. Ну что, ребята, последнее, наверное, задание на сегодня, которое я выполнил для него. Еще один подарок! Три стингера, отлично! Давайте тогда сейчас кому-то еще дадим подарок. Мишки, по-моему, уже закончились, поэтому давайте я пчелке дам. Синей пчелке дам подарочек. Так, держи. И потом мне еще останется красной пчелке дать подарок. Так, ну что, дай мне какой-нибудь прикольный баффик. Так, Blue Extract'ы, 25 снежинок и так далее. Ну что ж, ребята, на этом пока все. Это все, что я хотел вам показать, рассказать. Иду дальше фармить. До новой встречи на моих каналах. Всем пока.